Добрый день! Сейчас мы с вами соберем трехколесный детский велосипед Missio Classic. Первым делом открываем коробку, достаем велосипед из коробки и проверяем его комплектность. Итак, после того, как мы достали весь наш велосипед из коробки, давайте перечислим, из чего мы будем его собирать. Кронштейн для ручки толкателя, кронштейн для установки тента, сама ручка-толкатель, тяга для переднего колеса, сумочка навесная на ручку-толкатель, вилка, передняя вилка, дуги безопасности, сиденье, переднее колесо с педальным узлом, спинка с поролоновой накладкой на сиденье и подголовник, рама с закрепленным подножником, руль, задние колесики, корзина, крыло на переднюю вилку, тент. Кронштейн, который мы будем крепить к тяге переднего колеса. И пакетик со звонком, со всевозможными болтиками и различными крепежными элементами для нашего велосипеда. Итак, начинаем сборку нашего велосипеда. Первый этап – это установка крыла на вилку. Первым делом мы устанавливаем переднее колесо в вилку. Далее устанавливаем задние колесики. Берем ось колесика, вставляем ось в раму и защелкиваем колесо на оси. Следующий этап – установка вилки в раму. Далее мы с вами устанавливаем руль. Для этого мы берем хомут и устанавливаем его на вилку. Берем большой болт с гайкой и затягиваем хомут. После того, как мы чуть-чуть подтянули хомут, одеваем защитный чехол на руль, защитный колпачок и вставляем руль в вилку. Обращаю внимание, что на руле есть рисочки по кругу, выше которых не рекомендуется поднимать руль. Поэтому мы опускаем чуть-чуть ниже этих рисочек. Выставляем соосность руля с колесом, чтобы оно было прямо. И еще конкретней затягиваем гайку на хомуте. После того, как мы закрутили окончательно болт на хомуте, опускаем защитный чехольчик. Сейчас мы с вами устанавливаем сиденье. С помощью длинного болта и красненького барашка.
В таком виде велосипед можно использовать как обычный трехколесный. Следующий этап – устанавливаем кронштейн для тента. Теперь устанавливаем основание ручки толкателя. Хочу обратить ваше внимание, что кронштейн с дырочкой должен находиться справа. Сейчас устанавливаем соединительную тягу, которая крепится с передней вилкой и с основанием ручки толкателя. Затем мы устанавливаем тент. Совмещаем с дырочками на крепеже и закручиваем болтиками. Следующий этап – установки спинки с накладкой на сиденье. Потом мы устанавливаем дуги безопасности. Не забываем прикрепить подголовник. Теперь устанавливаем рычаг ручки толкателя. И устанавливаем саму ручку толкателя. У которой два положения. Затем устанавливаем корзину. Нормально пошло. Заключительный этап нашей сборки – установка навесной сумки на ручку толкателя. Итак, мы закончили собирать наш детский трехколесный велосипед Missio Classic. Хотелось бы отметить его характерные особенности. Это регулируемый тент колясочного типа, также жесткая спинка, регулируемая в двух положениях, и ручка-толкатель с вынесенной внешней тягой управления переднего колеса. На этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Удачных прогулок вам с вашим малышом. Пока-пока!